даному відеообзорі ми розглянемо миш фірми Gresso моделі GM896G. Це безпровідна миш, предназначена для пользователей комп'ютерів і ноутбуків. В комплект входять пальчикові батарейки і радіоприйомник. Інтерфейс підключення радіоприйомника USB. Оптическое разрешение мыши составляет 800 1000 1600 dpi, которое переключается кнопкой на корпусе мыши. На нижней части корпуса мыши расположились кнопка «Включить-выключить питание мыши» и место для батареек под крышечкой. Из-за разных видов расцветки мышь прекрасно подойдет как для женской половины пользователей, так и для мужской. Дизайн мыши выполнен в симметричном стиле и отлично подойдет как для левой, так и для правой руки. Мышь эргономичной формы, удобно и естественно лежит в руке. Компактные размеры позволяют использовать ее везде, где вы пользуетесь компьютером. Дома, на работе и в любом другом месте. Общее количество клавиш 4 и колесо прокрутки. Мышь питается от одной батарейки. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.